Мы при участии Российской Федерации организовываем новый перечень и мероприятий и, соответственно, модернизацию наших лечебных учреждений по оказанию сердечно-сосудистой терапии, помощи и лечению. Сегодня большой поддержкой Российской Федерации реализуется эта программа, потому что все финансирование является федеральным, и мы за это очень благодарны. Еще раз я хотел бы сказать и федеральному центру, и президенту, потому что я думаю, что для никого не секрет, что медицина является одним из самых затратных социальных направлений работы региональных правительств. И вот тут очень большую поддержку нам оказывает федеральное правительство. Хотел бы также сказать, что мы приняли решение об открытии второго сосудистого центра на территории Тверского региона. Задача, первый этап этой программы в текущем году — запустить две точки оказания вот этой высокотехнологичной медицинской помощи на базе областной клинической больницы. Сейчас у нас, к сожалению, работает только одна, и задача поставлена Министерством здравоохранения вместе с, так сказать, нашим советом главных врачей проанализировать и внести предложение по дополнительным точкам на территории города Твери, потому что у нас очень большой объем населения проживает, количество населения. И организация второй точки, которая будет повышать доступность жителей Тверской области, которые живут в наших так называемых там отдаленных от областного центра районах, для Торопецкого района, для Весегонского района, для Удомельского, Осташковского, Балаговского, Вышневолоцкого, Торжокского района и города Торжок, и город Вышневолочок. Потому что та сторона, она, конечно, в этот золотой час для доставки в город Тверь не вписывается. Поэтому будем подбирать сейчас базовое медицинское учреждение, на основании которого, на территории которого будем создавать уже в этом году новую вторую точку для оказания высокотехнологической медицинской помощи по стендированию людей, которые, к сожалению, имеют патологию с сердечно-сосудистыми заболеваниями.